Рахмет, ребят. Чего не наливаешь? Я хочу выпить. Шеф, мы по вам скучали. Без вас на работе вообще скучно было. А что сегодня празднуем? Что, у кого-то днюха, что ли? А что, я просто спросил? Ребят, спасибо вам, братцы. Если бы не вы, сидел бы я из-за этого урода. Надо нам держаться всегда вместе. Шеф, самое главное, мы все вместе. А когда мы вместе, мы сила. Бригада, пацаны. Кучи. Ура, я там решил все. Тебя обратно восстановят, а то Минджух там мало кипит в сумму. Спасибо, шеф. Без вас было трудно. Зато, говорят, тебя там на районе все бомжи уважают, да, теперь? Шеф, кстати, мы вот, когда вас не было, очень скучали по вам, честно. Шеф, я вас сильно люблю. Ради вас. Ради вас. Я себе татуировку сделал. А? А? Как? А? Лицо вроде мое, а что волосы длинные? Да это же его бывшая девушка. Она его кинула, вот и он нарисовал ваше лицо туда. Волосы сводить дорого. Ладно, главное, кое-где. Ребят, аман балайк. Если узнаю, хоть одну тенге будете брать, лично сам убью, поняли? Конечно, конечно. Ребята, запомните раз и навсегда. Коррупция никогда хорошему не приведет. Конечно. Где правда, там и сила. Давайте за Чапаевского удар. А что это, бокалы пустые? А, сейчас. Открой шампанское давай. Эй, только не в мою сторону, а то на голову. Сейчас, шеф. За наше Чапаевское. УВД. Перекс. Ты что, придурок, что ли? Че с ним жмажать? Вызов же у нас. Да? Замок, что ли? Конечно. Давай, давай, срочно там вызов. Я это, пацаны. Татуировку должен переделать. Я пошел. Я испачкался. Ладно, поехал. Давай. Куда поехал? Домой, что? В смысле, куда? Ты зачем костыль забираешь? Эй, костыль, Слав? Ну шефа же кто-то должен отвезти. Эй, ё-моё, жик, ты койдашь уж не надо? Эй, ё-моё, проблемы на проблемы шарнер, вот жик, ты ли? Помогите, я встал, я здесь не могу уйти! Офицер! Офицер! Твою, блин! Милей! Милей!